23 августа без воды останутся несколько микрорайонов Искитима. Плановое отключение будет произведено по графику. В течение дня до 8 часов вечера воды не будет в северном микрорайоне и районе Зеленой Горки. С 9 до 17 часов в микрорайоне Ложок и до 4 часов дня подача воды частично прекратится в центре города. Без воды останутся жители многоквартирников, частный сектор, административные помещения, а также школы и детские сады. Причина отключения – подготовка инженерных сетей к работе в зимний период.